Всем привет, на связи Seal Ukraine. В этом видео я расскажу вам о наборе посуды от шведской компании Wildo. Он называется Campebox. Поставляется Wildo Campebox в картонной коробке. И сзади написано, что бывают три разных комплектации данного набора посуды. Это Campebox Basic из трех частей весом 140 грамм, Campebox Light из четырех частей весом 150 грамм и из 7 частей Campebox Complete весом 265 грамм. Именно такой набор у нас на обзоре сегодня. Тестировали мы его в нашем карпатском весеннем походе, и он себя проявил отлично. Состоит он из, во-первых, вот такая крышка-миска. Из нее, естественно, тоже можно есть. Далее, здесь присутствует такая доска для нарезки. Довольно бесполезная, в общем-то, с первого взгляда штука, но в походе мы пользовались довольно активно. Вот даже следы от ножа присутствуют. Очень удобная и содержит на себе вот такую перфорацию. Это дуршлаг. Потом покажу, как оно работает. Далее, вилдовская чашечка маленькая, Folder Cap называется. Естественно, их можно покупать и отдельно. Они очень удобные и очень практичные. Большая чашечка Folder Cap. Ее можно использовать для первых блюд или просто как миску для любых других блюд. Удобная трехсоставная солонка, то есть тут есть три отделения для соли и два для каких-то специй. Вот так вот оно все открывается, и можно насыпать специи, соль, перец там и красный перец, например. Снизу открывается крышка, здесь три отделения, везде, правда, сахар, и все можно насыпать сюда соль и два типа каких-то специй. Вот основная часть коробочки, она тоже представляет собой довольно удобную миску. И ложка-вилка, наиболее, честно говоря, неудобная вещь в данном наборе, потому как любое прорезание ложки уменьшает ее объем и делает ее, в общем-то, более неудобной. Я, например, пользовался в походе вот такой вот ложкой от компании GSI Outdoors. Обыкновенная пластиковая ложка. Теперь я вам покажу быстро, как оно все складывается в, так сказать, переносное положение. Кладете большую чашку, в нее маленькую чашку, рядом кладете солонку. Вот так вот укладывается ложка-вилка, дуршлаг. Кстати, дуршлаг действует вот таким образом, вы прикрывая чашку, можете там вылить, к примеру, лишнюю жижу из сублиматов, которые вот, ну, налили слишком много жидкости, и можно вот так вот слить. Очень удобно, очень практично. Вот так оно все укладывается, довольно компактно, очень удобно, и имеет довольно малый вес. Это, по сути, такой набор, приобретя еще одну вилку, еще одну кружку, можно спокойно использовать на двоих, что мы, собственно говоря, и делали. Спасибо за просмотр, ставьте большие пальцы вверх, не забывайте подписаться на этот канал и нажать колокольчик, если до сих пор этого не сделали. Также отправляйте этот ролик друзьям и в соцсети. Пока. Спасибо за просмотр. Спасибо.